Ну что, пятница удалась, и ты больше не огурчик. Тогда не будем тебя грузить. Смотри самые ненапряжные новости в мире. Мульт-новости! Ва-ба-ла-ба-дап-дап! В студии Кент Брокман. Поехали! В Москве мужчину не пустили на борт из-за толстого кота. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об обязанности предустанавливать российское ПО на технически сложные товары. Мой смарт сломался. Я не удивлена. Может, это из-за того, что ты ставил много прок? Не говори прок, будто молодая. Индия продолжит закупки российского оружия вопреки санкциям США, потому что оно уникальное. А если в вашем Нью-Дели деликатесы? Спасибо, Ганеша. Ученые выяснили, что антидепрессанты бесполезны для половины россиян. Доктор, а может быть Виагра или Сиалис? При чем здесь они? Ну, может, Питер их попить для восстановления эрекции? А нет мужских проблем? Я их выписывал как антидепрессанты. Трудности все растут и растут. В Китае туристы насильно покормили чайку для фото. Вот почему мы единственные животные с белыми какашками? Ну да, какого черта? Правильно, мы ж не едим белую дрянь. Таксисты в нескольких городах России стали устраивать забастовки из-за низких цен на проезд. Раз мы делим один автомобиль, ты должен знать кое-что. Секс, бензин или наркота, и поедем хоть куда. Ну что ж, а на этом сегодня все. Вот такие у нас новости. И, как я обычно говорю в конце, увидимся на следующей неделе. Обманочка, фиг там, моя новая фраза, это мне на все пох... Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see...